Всем привет, друзья! Меня зовут Владимир, и с вами Вредный Енот. Мы продолжаем игрушку Layers of Fear 2, и опять приезжаем по кораблю и что-то боимся. В прошлой серии мы познакомились с манекенами, в этой серии мы опять в полной темноте куда-то шаримся, куда совершенно непонятно. Опа! Вот так вот, да? Вот так вот. Ой, другая, тебе плохо, подожди, сейчас. Друган, подожди, я тебе сейчас помогу. Лапка, смотри-ка. Что это, сердце? Нет, это рука. Хорош. Что такое? Что я вытянул? Шевелись. Типа бежать, да? Ладно, побежали. Да опять эта скотобаза за мной бежит, а? Как она мне достала, как мне надоели эти гонки. Не люблю я гонки. Чё там, сейчас вывалится что-то, да? Ничего не вывалится. Давай сюда. Как думаешь, она ползает по шахтам? Надеюсь, что нет. Короче, мы её, по-моему, обманули. Не? Не. Стой. Опа. Смотри, ништяки. Подожди, стой, кинешки. А это что тогда? А тут что? Там что-то есть. Короче, понятно, идем. А, как бы я не сказать, что сильно ее боюсь или еще что-то. Но мне просто не нравится тут беготня, потому что я люблю по хоррорам походить, посмотреть, проораться. А тут бегаешь и даже заметить не успеваешь декорации. На-на. Закрыто. Слышь, а ты откроешь, а, друг? Ты же друг? Мышка. Где мышка? На, ой, хорош. Это как так? Ха! Вообще нормально. Да нет, ты тихо, ты чё дергаешься? А тебя тут не было, слышь? Или ты был? А пофиг. Так, ну ладно. Там черепок занавешен, ты смотри, а что творят. Это специально, чтобы я сильно не боялся, но что-то подозревал. Это они сделали специально. Че такое? Пойдем. Лапу достань. Опа, бегает кто-то. Подожди, а тут что? Хрен узнает, что не видно. Идем сюда. Я сюда присаживаться, пожалуй, не буду. А видимо придется. У-у-у, мыхи. Что это? Фу, ну и вон. Но кто-то, похоже, все-таки куснул. Так он, наверное, или что-то. Идем, а то вернется. Хорошо, мысль. Я категорически за. Она где-то тут была. А, вот, смотри, проползти можно. Нормально, ползем. Так, ну-ка, ты куда у меня уехал? У меня же микрофон с испугу от меня уехал, от моих хоров. Потенциальных. Ой! А ты как, ты, друг, лап? Зажали, ты чё, а? Ну ты зачем пихаешь, видишь все механизмы руки? Ты же работаешь в двигательном отсеке, ты же должен это понимать, что нельзя сувать. Как мне говорил мой один хороший знакомый слесарь, не суй руку туда, куда бы не засунул свой хер. Вот истина по жизни. А, вот что женщинам делать, я не знаю, честно. Как проверять. Так, ладно. Дрессировка животных Bill & Co. Наши услуги. Дрессировка и перевозка собак. 225 бачей, нифига себе. Клетки животных доставлены в отсек живым грузом. В соответствии с рекомендациями кормления сведено к минимуму. Обращаться с осторожностью. Ну да. Собаки не такие. Собачками уход нужен. Они, собаки, очень... Я понял, да? Они очень склонны к перееданию. У них нет вот этой вот, по-моему, меры насыщения. Что-то такое мне говорили. Слушай, я тебя увижу. Ползает где-то. Короче, поэтому собак нужно кормить строго дозированно. Там, если вы, типа, насыпали полную миску и там наполняете ее постоянно по мере убывания, есть шанс, что она ожирением начнет страдать. Что это? Я собак выпустил. Let the dogs out! Песенка, помнишь, такая была? В 90-х! Это что за мопс на меня напал? Слышь, чихуа, нихуа, ты где? Так, пацаны, чихуа, нихуа, никто не видел.
Собака такая, а? Куснула, ты прикинь. Да, я закрою. Все. Хей. Не ходите за мной. Так, пойдем. Так, я так понимаю, мы там... Подожди, там что-то есть, слушай. А как его... Твою мать, как его пододвинуть, хотел спросить. Ты лучше бы не спрашивал. Скотобаза напала опять. Бежит, в смысле. Да тут... Что такое? Смотри, там что-то есть. Где? Где? Яблочко вижу. Где там что, где есть? Я тут тропинку-то не вижу, а ты мне говоришь, там что-то есть. Там это где? Ну, конечно, рубильник там есть. Ну ладно, вот яблочки подсветились, уже хорошо. Чё-то меня вот эту беготня вымораживает немножко. Вон там, не видишь? Нет. Где? Вот это что ли? А, ну... Что это? Нет, я увидел не это. Поверь мне. Мы на крюсе, это мистер Харди. Тут все не то, чем кажется. Ну да, мы где-то жопе мира. Если быть точным. Ладно, пойдем наверх. Включай. По-моему, я выключил наоборот. Ладно, полезли. Я очень надеюсь, эта хреновина не умеет лазить по лестницам. Чё, бляха? Куда, блин? А, вон дверь. В смысле? А, вот это. Во, включили свет наконец-то. Надо у Куприного глянуть, как он-то в нее играет. Там что же ни хрена не видно, блин. Так, верхняя часть страницы оборвана. Мистер Харди не смог бы обойтись без своего любимого капитала... Боится. Капитан – центральный персонаж этой истории. Некоторые зовут его Черным Странником из-за цвета парусов его судна. Капитан Боинс силен и бесстрашен, и ему всегда достаются сокровища. Мистер Харди слегка завидует капитану, потому что хочет быть таким же сильным. А, окей. Это, судя по всему, писал капитан. Так. Где я? Кто там щелкает? Ты что ли? Радио. А этого не было? Или было? Да не, не было. А может и было. Ладно. Так, это включать не будем. Но я так понимаю, дальше идем. Хорошо. Тут мне что не нравится, она сидит такой черно-белый. Я же понимаю, тематика, театр, туда-сюда. А, в те времена все черно-белое кино. Ну, блин. Ну, блин, как-то первая часть мне в этом больше плане понравилась. Она вся цветная была. Она приятная была. А тут оно как-то непонятно. Все темно и все черно-белое. От того еще хуже видно. Че это? Это нормально все так должно быть? Или за мной опять же кто-то погонится? Да не, вроде нормально все. Ну не то чтобы нормально. Мне кажется, этого быть не должно. В смысле? А я убежать-то не могу. А, нет, могу, чё-то я в столб уперся просто. Ну темно просто, просто темно. Это не я глупый, это освещения мало. Во! Чё это? Это полный вперед. Фул. А, full ahead! Полный вперед! Да? А, да. Еще вот эти вот замки не очень, их открывать, особенно мне не понравился момент, когда прятаться надо было. Да, блин, попробую вот так вот. И это... Покрути его в панике, ага. Покрутишь ты в панике еще на скорость. Так, и что-нибудь есть? Ничего. А, ладно, пойдем вниз. Интересно, а если бы я влево нажал, бы что-нибудь поменялось бы? Или там, мне кажется, до лампочки это. Куда? Открывай.
Давайте мне, короче, из машинного отделения уже куда-нибудь нормальное место водите. Ну тут нифига не видно. Тут тоже пусто. Надо продолжать поиски. Лили, то есть капитан. Там что-то есть. Во тьме. Тише, держись позади меня. Я тебя защищу. Да у бабы стальные яйца, блин. У девочки вот этой. Не знаю, как она их отрастила. Видимо, сумела. Твою мать! Началось какое-то утро. Да насрать, бежим. А в смысле? А как я тут пробегать должен? А тут вообще огонь. Лево, право. Не знаю, лево. Что такое? Открывай давай. Это ты. А в смысле? Ты нихера ты меня сейчас это... Подстава, да? Мы знаем, кто мы есть, но мы не знаем, кем можем быть. Мы не знаем, кто мы есть. Мысль, это нота. Ты задай себе вопрос, кто ты, блин. Ты сразу начнешь себя называть человек, там, бизнесмен и так далее. Все это фигня, все-таки кидалово. Так, мы в тот раз пошли налево. А почему кидалово? Потому что это либо биологический вид, либо статус. Во, открылось. Либо еще какая-то херня, мурня и так далее. А вот, появилось. Поэтому это все как бы шляпа. Ты не знаешь, кто ты. Это философия жизни. Нормально, открывай. Нормально, закрывай. Закрылось. О! А ты что это ходишь? Ты зачем это так? Ты мне в комментариях, реально, в комментариях напиши мне, кто ты. Вот просто вот, кто ты? А я попробую покритиковать. Скажу, что нет, это или биологический вид, или семейное положение, или принадлежность к полу и так далее, тому подобное. Давай по философству повыеживаемся немножко в комментариях. Уй! Правильно, чуть я был не обосрался. Опять какая-то хрень, да? А что это за херня? Не, подожди, тут нормальное было. Давай, короче, в цвете прогуляемся. Мне кажется, это, конечно, ни к чему не перейдет, скорее всего. Да. Нам нужно в другую сторону повернуть. Но, блин, мне это не нравится. О. А, такой шанс, такая ответственность. Выпустить на волю то, что давно пребывало в заперти. Я слышу, как она воет, сотрясая собственную клетку. Она жаждет вырваться. Ага. Я не хочу, чтобы она вырвалась. Видимо, нам нужно вот сюда это сделать. Давай. Ага. Вот. И вот это, наверное, должно открыться, я так понимаю, теперь. Нет. Как так? Подожди, а как так-то? А что это? Блин, а что мне сейчас каждый раз проверять это? Хорошо, давай в самое левое уведем тогда. Включай. Это фотография амебы, увеличенная. Амеба обыкновенная, да, в смысле? Че, не сюда, что ли? А куда? Что-то я не понял. Может, там за ним что-то есть? Да не, мы, по идее, отсюда пришли, нам как бы туда надо. Так оно как бы туда-то не работает. Ну-ка, подожди, давай внимательнее посмотрим, может, тут... Ну вот, смотри, что-то появилось. О! Намана. Да отойди, ну что ты, эхо встал. Отойди. Вот, залез. Да! Во, полезли. Просто по голове пошел. Так, отлично. Что-то как-то непонятно. Хочу жуткое, а не страшное. Блин, не хочу беготню, не хочу скримеров. А приходится. Хочу, а хочу жутко, прям чтобы атмосферненько так хорошо так держало тебя. А ну как бы. А вот как первая часть. Там страшного почти не было вот таких моментов. Там было все очень жуткое. Ну хотя нет, там вообще тоже было. Там курица такая там за нами бегала. То ли жена, то ли кто там. Призрак коммунизма, хрен его знает. Конечно, ага, давай. Опять шторм.
Опа, нормально. Опа, что это мышь. Фу. Брось, мистер Харди, мы еще не настолько отчаялись. Джеймс, брось, говорю. Окей. А в смысле, ты зачем взял-то ее? А? Приходится платить жестокую цену, когда нарушаешь равновесие. Ой, это плохо. Жестокую цену. Давай только поджигать ничего не будем, это угольное. Чего-то там. Опять толпа мышей. А. Не все жизни одинаково ценны. Важность один момент может перевесить. Важность многих. Важность одного. Ну, когда все на кону, когда не чаще на чаше весов жизни, доводы рассудка становятся слабостью. Доверься интуиции. Что-то слева все. Короче, философия у нее довольно маниакальная. Вся жизнь одинаково ценны. Просто кто-то более полезен, кто-то нет. Но это не означает, что это нужно оценивать жизнью. Да, это можно оценивать зарплатой. Это можно оценивать каким-то там еще чем-то, но не жизнью. Интуиция или логика. Интуиция или логика. Доверься интуиции, склони чашу весов на свою сторону. Кого взять? А что взять-то? А-а-а! Типа он на нас нападет, если мы возьмем. Логические доводы отравляют разум, лишают тебя сил. Что такое? Да что это собачь? Ну, а зачем отбирать у собаки? Да нет, давай, короче, я собаки не буду забирать, нахрена. А чё, как? Не поддавайся, не ослабляй хватку. Я, если что, А нажал, типа, сдаться. Нет, чё-то не то, смотри-ка, делаем. Чё, не жизнь забрать надо? Ну, давай заберем. А чё ты, нафига ты мне этот выбор делаешь-то? Одна жизнь перевешивает другую. Других вариантов нет. Выход только один. Ну так давай уже продолжаем чуть теперь. Один живет, другой расплачивается. Но он сейчас собака убьет собака. Давай, бери. Не все жизни одинаково важны. Докажи ценность своей. А, взять. Измени баланс сил. Да, доверься инстинктам. Че, держать надо? Взять, да ты же колебал. Никакой жалости. Опа. Жизненная чаша весов, не сдавайся. Блин, да она для щенят же. Да пошел ты, сдаемся. Нет, не может быть. Не остаешься жить. Жить, что пламя так не разгорелось. Это я проиграл, да, сейчас? Слабое, невесомое. Нет, это не проиграл, смотри-ка. Пошел в жопу. Мне этот кусок мяса вообще не уперся. А собака собачат покормит. Кое-что съедет оставить в прошлом. Кое-что. Сюда? Нет. Чё ты докопался? Мне нахрена этот кусок мяса? Собаки нормально. Похомячил. Щенят накормил. Чё, жадный что ли? Когда жадным не был. А так не говори, что это все тупик, да? Типа я выбрал неправильно, нужно было ее там забрать. А, сейчас. А, вон проход-то, ёпан. Япона, мать. В смысле, где-то вот тут. Вот он, да. Не видно его. Ладно, хоть двери запирают, когда идешь обратно и не туда. Твои руки пусты. Ты умрешь с голоду. Чё это? Я с рака обделаюсь и умру. Шанс упущен. Ты пожалеешь. Я тебе говорю, я сначала обосрусь, потом умру от страха в своем собственном подгузнике. Давай, открывай. Так ты не выживешь. Ну и поживем, увидим. Во, смотри-ка. Робот. Че это? Робот. Что-нибудь видно? Нет, ничего не видно. Так, ладно, хорош. Так, что-то на... Она как-то видела, как мальчик утопил крысенка в сточной канаве.
Пиастр. Всегда есть кто-то сильнее тебя. Ладно. Дно. Ты чё? Пиастр дублонный! Золото! Я, короче, богат. Все, я ухожу с Ютуба. Все, я миллиардер. Все, я ушел с Ютуба. Ладно, шучу. Если бы я на Ютубе за денег сидел бы, я бы давно бы с него ушел. А я сижу для развлекаловки. Так, нам она. Это что такое? Рыдает. А, ну, нифига, компас сломали. Бесполезно. Пищи нам не найти. Джеймс, взгляни на меня. Это я во всем виноват. Я сказала, взгляни на меня. Я капитан Бейнс, черный странник. Убийца циклопа, искатель пламени. Я спасу нас. Не смей сомневаться во мне. Какие все пафосные. А я енот. Просто енот. Хожу тут. Заблудился. Хер пойми, куда идти. Дорогу подскажите. Да, не стрёмно. Потому что я уже хрен знает, в какой заднице мира оказался. Я, конечно, понимаю, что дорогу надо спрашивать пока, когда ты вот окажешься именно там. Мне кажется, это сейчас самый верный этот момент, когда нужно спросить дорогу. Лампа Аладдина, в смысле, кубок огня Гарри Поттера. Или что-то типа. Нифига тут золото, япона мать. Контрабандисты. Только не надо бежать, а. Я вот не убегу отсюда. Смотри, рыба. В смысле? А, вот. А в смысле, подожди. А, вот. А, это рыба все. Не, ну извините меня, когда ты с голоду дохнешь, тебе нафиг золото не упало. Для тебя рыба будет как золото. Ну, правда, наверное, это сухшая. Ну, кто его знает. Так, я думаю, нам сюда, да? Нет, нам туда. Тут просто темно так. А, нет, что-то есть проход. Так, опа. Что нашел? А второго механика, офицеру снабжения. Я понимаю, что вы выполняете приказы и не ставлю под сомнение ваши действия, но решение начальника лишено оснований. Пусть хоть все продукты стукнут, но ему главное, чтобы отчет был. Однако недовольство среди рабочих нарастает. Смены становятся все длиннее, а пайки все меньше. Я знаю своих ребят, они приличные и набожные люди. Воров среди них нет, но постоянно урчащий живот кого угодно дойдет до крайности. Так, тишу, понятно. Вы, блин, охрану поставили, и все, и давай этой. Давай вперед, вперед. А, и давайте как бы контролировать все. А то, блин, всех на голодный паёк посадили. Конечно, ага, еда перестанет пропадать. Дураки, что ли? Так, хорошо. Опа, мухи. Мухи. Че это? Может быть, тут есть еда? Давай, нам пора. Ой. Я что-то слышал. Сюда. Джеймс, беги. Да началось. А куда, бляха, бежать-то? Подожди. Спокойно. Ой. Я правильно понял? Я офигенно правильно понял. Успею? Успел. Вот он опыт. Опыт не пропьешь. Не, не так. Жаль, опыт не пропьешь. Подумал художник, оглядывая голую картину. Или как? Не мастерство, а не опыт. Мастерство, блин, там было. Фу, бля, я такую шутку запорол. Дай хер с ним. Вообще досрать. Кто? Откуда? Ух, ебуна мать. А все, мы сдохли. Кто умер, заплатит по всем долгам. А подожди, куда прятаться-то нужно было? Давай еще раз. Я не разглядел. Извиняюсь, был напуган. Так. Вот сюда, да? Тут сейчас. Так. Ну да. Это мы сейчас пройдем. А вот тут надо смотреть. Опа. Я так понимаю, нам надо туда и там спрятаться. За столом. Че, у них денег, что ли, на раскраску не хватило? Хоть бы огонек подкрасили. Надо туда щемить, вон за тот стол. Давай, давай, давай. Света не видно. Сейчас он посветит, я посмотрю, куда дальше бежать, не вижу. По-моему, сюда надо было куда-то. А реально, куда бежать-то?
Слышь? А, вон, вижу. Нормально. Пионино! Да не, нормально, вы чё, мы такое проходили. Я только такой фигни не было. Секунду, справа. А, это фигня это. Она туда надо? Не знаю. Тут что-то есть. Сюда, подожди. Сейчас посмотрим, там что-то есть. В ящике. Что это? А чё она не открывается-то? Сейчас жопу поджарит нам опять. Подожди. А чё жопу поджарит-то, блин? Я тут стою нормальная. Кто это чё поджарит? И зачем мне это? А там ничего нету. Так и все, и пошли отсюда. Короче, тут, блин, зря только время потеряли. Ладно, пойдем. Фигня какая-то. Может, там что-то и было, но что-то, блин, она не дергалась. Не крутилась. Давай сюда. Бляха, я думал, тут уже идет. Не, нормально. Закрыто. Это, что это такое? Крути. Что такое? Оно зависло. Да? Оно зависло. Оно реально, говорю, зависло. Ты прикинь, последний сейф знаешь, где был? Ага. Последний сейф был там, где мы умерли в тот раз. Пришлось аж опять оттуда бежать, блин. И через всю эту комнату здоровую проходить. Но в этот раз я вообще... Я махом пробежал, я профи, я прям мастер паркура. Я там через все перепрыгнул, подпрыгнул. Я будто... Чего? Я будто на самом деле меня и не было. В смысле, я будто на самом деле меня и не было. Чё за набор букв, блин, русских слов? Не, я смысл-то понял. Ну, как-то оно странно очень. Вот, тут нормально. В этот раз не зависло. Помнишь наше сокровище? Здесь недалеко. Сюда. Пойдем. Пойдем, пойдем. Подожди, а там что-нибудь есть? Не, ничего нету. Пойдем наверх. Чё, может, сейвик мне сделаем, а? Как-то далековато бежать уже. В случае чего? А это в случае чего тут вообще на каждом шагу? Вон, пожалуйста. Мне кажется, мы сейчас пока это вот не обойдем. Харе, харе. Убийство шутка. А, убийственная шутка. На, крутой, посмотри, что там будет написано. Хватай давай быстрей. Выйди на свет. Ага, сейчас на свет. Ты что, дурак, что ли? Это точно, это убийственная шутка, блин, посмотри как. Как точно они подметили черту. Волки позорные. А в смысле на свет выйди? Вон, мостик открылся, все, я понял. А подожди, ты куда уехала? Не понял. А в смысле, подожди, тут же нету. А ты куда уехала, слышь? А нихера себе. А она уехала? Ну жги давай. Блин, ну что, бежать, да так же далеко. Короче, вот надо было дернуть и уезжать на ней. Блин, а я сейчас ее не верну. Трус умирает много раз до смерти. Наверное, да. Подожди. Что-то фигня какая-то. А, о, не, ну ладно, хоть отсюда. О, надо на нее, короче, и на ней ехать. Тут на ней не ехать, а на ней прикрываться надо, походу. А в смысле, подожди, прикрываться? А как? А в смысле? Это вообще офигенно придумал. А мне как туда перепрыгнуть-то? Может, я что-то не так делаю? Подожди. Есть у меня такие подозрения, что... Там должен сработать мостик. Наверное.
А как мне его включить? Ха! На мана. Прикололись. В смысле? Фигня какая-то, подожди. Ну вот я понял, так а... Так, а... Я не должен упасть. Не, ну чё, хрен с ним, давай попробуем эти луфты. Но он мне сейчас не даст просто упасть. Ты смотри, вон оно чё, Михалыч. Вон оно чё, выйди на свет. Бляха-муха, я понял. Ё-моё. Загадочки, а. Ломает всё. Все, погнали наверх. Мы красавчики. Мы, короче, разобрались. Ты смотри, великую загадку угадали. Ой. Ёптать. А что-то как-то это... Дофига огня, нет? Ладно, пойдем. Откуда? Поливать сейчас будет. Хрен его знает. Ох, ничего там, ванна кипит. Что такое? Что, серьезно? А куда воткнуть? Погоди, я эти приколы знаю. Ну надо воткнуть куда-то. Вопрос, куда? Сюда? Лампочка. Куда воткнуть-то? Какой длинный провод. На. Видимо, сюда. Ну да. Сейчас мы его реанимируем. Нет. Чё? Получилось, мистер Харди. Вперед. Что-то пошло не по плану. Ой, блин, опять, да? Закрыто. Зашибись. Ждем. Это очень странный хоррор, я вам скажу. Да, это очень странный хоррор, блин. Давай, открывай. Сиди, смотри, ящик смотрит. Мне тоже, чтобы мне помочь. Осторожней, опасность рядом. Я понял. Не останавливайся. Да ёб твою за ногу, опять началось какое-то утро. Да растудыть его, втудыть. Три раза. Почти пришли, еще немного. Еще. Нет, ничего. Куда почти пришли? Я тут. От души душевная, вообще в душу прям. А, это загрузка, нормально. Я думал, сейчас, блин, включи свет и резко беги, а он рядом будет. Нет, нормально. Какая-то загрузка пошла, давай посмотрим. Смотри, загрузилась и сохранилась. Ой, в общем, ребятки, давайте мы на этом закончим. Все ссылки в описании под видео. Серия понравилась, большой палец вверх. Оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.